О, фига. Это какого года? 2019-го, 18-го, может быть? Я посмотрел, по-моему, 18-го. А, 17-й? 18-й. А, 18-й? Да, ну это ладно. Сейчас это не аниме, подожди, съемку. Нормально, в принципе. Давай. Ай, ладно. Блин. Так, я сам покажу, не хотел поверить. Давай. Я нажму ее, Саша. Ок. Да. Да, наполовину. Я же тебе сказал. Блин, Сань, только единственное, я тебе говорю, не надо вперед на меня лезть, потому что я только не успел камеру включить, а ты уже вызвал. Я просто его ключи убирал. Я вообще не планирую, я думаю, на своих. Твои подойдут, у тебя, видишь, не подошли. Mm. А у тебя что, обычные, что ли, ключи? А да. У тебя что, вездеходов нет? Нету. О, ну тогда все понятно. Тогда неудивительно. Может, тебе надо вездеходы приобретать. А как я приобрету, ё-мо? Ну, где? На сайте enter.ru, господи. Можно приобрести. Там просто подъезжаешь к Волгоградскому проспекту, да и все. Тебя там просто привозят к метро. Ну, нормально, в принципе. Пойдем с тобой. Иди тогда, если что, не придержи, хорошо? Ок. Вот тоже подъехал только. Ну да, с таким дизайном ты редко встретишь. Да. Ну тем более в Митино я один встретил. Ну, а на Лыхино там тоже можно встретить, если ты не знал. Я там помню, снимал как раз. Да уж, с таким дизайном это редкость. Ну, я тебе о чем прошлое говорил. Поддергивает немного это. Слушай, ну да, у вас вот это похоже, я смотрю. Что у Андрея, что у тебя. Угу. Блин, а я-то думаю, что это он за...